Всем привет! Мы продолжаем наши дневники с клубного чемпионата мира по фидерной ловле. И сегодня у нас третий день официальных тренировок. Если говорить о ситуации, то сегодня команда «Флагман Фидермастерс» разрабатывает тактику ловли на ближайшие несколько дней. Они подобрали состав прикормки и работают полным ходом. Но, если честно говоря, сегодня был день полный сюрпризов. Так что день третий, погнали! Всем привет! Мы находимся на втором клубном чемпионате мира. Третий тренировочный день. Разбираемся с рыбкой. Очень много информации, очень много разных тактик. Сложная рыбалка, есть красивые лещи, красивая плотва, окунь, много разной рыбы. У нас еще есть в запасе 2 дня разобраться с тактиками, упорядочить наши наработки и выйти с ними в тур и показать достойный результат. Болей за нас, Украина! Ругай! Добрый день! Мы опять встречаемся с нашими друзьями из команды «Флагман». Это команда Грузии, Feeder Fishing Team Club Тбилиси. Мы уже 6-й раз на канале, так что как-то уже чувствуем себя своими на этом поле. В общем, ну, я думаю, что соревнование будет очень интересным. Команды собрались очень именитые. Очень многого от них можно поучиться. Я думаю, что это будет очень хороший праздник спорта, праздник рыбы и праздник здорового образа жизни. Ну а всем украинцам от нас большой-большой привет! Здравствуйте, друзья! Сегодняшний день выдался тяжелым. Лещи к нам не пришли, как того ожидали. Возможно, это зона такая, возможно, сделали мы что-то неверно, и как результат они нас не посетили. Тем не менее, мне удалось поймать достаточно такого увесистого сомика, весом порядка 1,5–2 килограммов. Рыба очень интересная, она была крайне неожиданной на этом канале, поскольку я никогда здесь не ловил сомов. Вот, тем не менее, вот такой вот сюрприз преподнес грибной канал нашей команде сегодня. Что сказать, вчера мы провели очень продуктивный день, мы поймали все практически лещей, кто-то больше, кто-то меньше, разобрались в том, как их ловить, до конца не разобрались, как их подсекать и вываживать, но это такое дело. То есть я надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы с этим справимся. В целом работы очень много, водоем меняется, он меняется очень быстро, и важно к нему приспособиться. К сожалению, нам это сделать еще до конца не удалось, но работы очень много, мы ее будем делать максимально старательно. Поэтому болейте за Украину. С вами был Алексей Страшный. Это был третий день клубного чемпионата мира по фидерной ловле. Следите за нашими дневниками, впереди еще много интересного. Всем пока!